Так, типичный женский автомобиль. Встретил его на парковке. Не, номера попадут в кадр, кстати. Уж простите, номера в кадр попадут. Я не умею. Так. Короче, эта машина продается за 35 тысяч будет продаваться. А теперь о приятном. Короче, крыло, ну, я думаю, под замену. Так, что у нас тут? Резина подожертая. Здесь крыло сгнило. Короче, вот так вот было. Дверь тоже сгнила, все нахер. Крыло вот так вот делает. Дверь, короче, вот так вот можно сделать. Здесь потерян молдинг. Тут эти штучки поставили, купили. Ну, конечно же, тут все крашеное. Крашеное. Здесь шпаклевка отваливается. Здесь вот прикручено саморезом. Так вот все сгнило. Дверь вот так вот торчит. Арки упирает. Здесь вот тоже все сгнило. Крышка торчит почему-то кверху. Говорят, на этой машине кто-то перевернулся в какой-то деревне. Так, что у нас здесь? Стандартная. Заболевания. Здесь уже сгнило. Здесь такая дырочка. Зато есть фаркоп. Зато есть фаркоп. Ну, здесь тоже тухло. Тухло. Ну, резина. Так еще походит чуть-чуть. Здесь тоже все крашено. Пытался тут тонировать, что-то тут не вышло. Здесь тоже накладка отвалилась. Ой. Ой-ой-ой. Это я пальцем проколол. Так, это я не специально. Так, здесь, короче, такая же ситуация. Здесь вот. Здесь еще не так сгнило. Это особый шедевр, это вот это вот, конечно. Здесь сколы, сколы, сколы. Натертости. Следы окраски без снятия поворотника. Ну, как всегда, зазоров нету. Вот так все. Вот так вот делает. Машина перекособочена на одну сторону. Такой подтек прикольный. Так, в принципе, относительно неплохо. Зазоры дичайшие.
кусочек капота вот так вот делает. Здесь вот, вот так вот капот делает. Зато здесь поменено стекло фары новое. Здесь капот сгнил. Здесь более-менее зазор, но он на расширение идет и палец проваливается. Здесь тоже такой не слабый зазор. Такая вот она. Такая она, пятнашка. Какой год? Какой? 2002 год. 35 тысяч. Пороги целые, говорят. Что, покупайте, налетайте. А что по салону интересного? Дверь открывается с трудом. Здесь, конечно, все сгнило. Пороги, говоришь, целые? Они, скорее всего, уже не целые. А, вот она. Оторвалась петля, короче. Как так? Она даже не открывается. Потому что с петлей, да, открывается, выламывает, да, петлю. Выламывает. Это просто дичь называется. Здесь вот дырка, короче. Ты ее прокурял только что. Ну, а ты думаешь, она так на любой машине должна быть? Она не должна быть. То есть я виноват, что ее курять не надо было. Пальцем ковырять? Пальцем надо в другом месте, да? Да. Здесь вот, а что это такое? Это ручка, она... Ты ее делаешь, она отваливается? Конечно. А-а-а. Тут, короче, тут не видно. Это из той же рубрики, что машина от девочки. Да. Ты вот вырви его там, слышишь? Тростники под дверью. А, если попадешь, конечно, обязательно. Да, короче, там дальше мы не подлезем. Там немножечко нечисто. Зато здесь борткомпьютер есть маршрутный. Магнитолка. Что-то стучит в рейке. Ну это ладно. Такие вот они, женские автомобили, да?